Инвестиции для чайников 15 ошибок. Топ самых лучших ошибок. Начинаем. Первое. Инвестирую в криптовалюту. Это будущее. Думаю, вкратце тут нечего рассказывать, но в принципе, напомните мне в комментариях, чтобы я поставил тайм-коды. Все, пожалуйста, спасибо. Ну, там, лучше вам, лучше себе. Для чайников. То есть, сам подробнее. Криптовалюта — это у нас интернетская валюта, как у вас там гривна, доллары, рубли, как казахстанский, белорусский. Понятно, что сейчас криптовалюта сейчас упала, потом выросла, то есть она не считается с долларом, у них разные аспекты, раньше думал одно, а теперь сейчас думаю другое. Поэтому я считаю, что биткоин сейчас уже как-то освободился. Вот когда доллар упадет, то есть уже не будут покупать доллар, тогда, в принципе, биткоин будет источником. Ну или что будет источником? Напиши в комментариях. Так, вторая уже тема, давайте по-быстрому. Инвестиции в акции. Сейчас такие глобальные, потом будут что-то выдумывать. Например, такие старые забытые проекты. Например, сейчас спойлер, это про картинки. Можно зарабатывать на картинках. Миллионы долларов. NFT. Я записывал ролик по этой теме, поэтому кто в курсе, то молодец. В общем, вторая. Инвестиции в акции. В Украине там монобанк скоро добавят, так что в Украине не волнуйтесь, все будет. Будет там зарабатывать на компаниях, которые делают там мобильные телефоны. Там говорят, нам нужны деньги, сберем вам деньги, а через месяц вам отдадим. Там только у нас сбережения, там банк, у них есть свой банк. В общем-то, такие механизмы, что, в принципе, заработать реально. Переходим к третьему способу. Давайте уже начнем этот, вот, зарабатывание на картинок. Там миллион раз говорили, что можно просто вбиваете сайт NFT, или где-то там они говорят, в принципе, легко найти. Вот, NFT скачать, ой, скачать, игра, ой, не игра, а купить. Ой, даже не купить. NFT сет для продажи картинок. Там делаешь свою картинку, такую хорошую, там, не знаю, офигенную, если ты реально творческий человек, можешь там замазюкать, ну, нарисовать вообще прикольную вещь, то, в принципе, тебе туда, потому что ты именно сможешь миллион заработать. Попытайся. Так, давай уже четвертому. Инвестиции. Зима. Весна, лето, осень. Коротко. Я так хочу, почему бы нет? Зима. Как по мне, сейчас доллар падает, поэтому покупаем доллар. Это конечно, самая прикольная схема. То есть вы сохраняете свои сбережения на эти четыре... Как на русском? А то как на украинском полуроку, там природные у вас свойства. В общем, зима, понятно, что доллары. Сейчас у нас зима заканчивается. Зима, весна, подготовка к чему-то, возможно, хайп, поэтому покупаем проекты. Это дополнительно считается. То есть там вышел, сейчас там был спиннер, помню. Покупаем спиннер, продаем через ваши магазины. Некоторые останутся, подарите своим друзьям. Ну, классно же. А потом останутся еще, то потом в будущем подарите. Или это невыгодно будет. Потом, возможно, вы будете делать конкурс, там вы должны создать еще и страницу какую-то, там, социальные сети, Инстаграм, ТикТок, самые прикольные социальные сети для такой конкурс раздачи. Пробуйте ТикТок, там, стрим делаете в ТикТоке, офигенно будет. Вот, и тем самым вы продаете, разъезжаете в город, там, с доставкой, с комиссией, там, сейчас что будет тренинг, кто его знает, я не знаю, елка, супер елка, большая елка. Сори. Большая елка, в общем. Попробуйте. Пятый способ. Я хоть не запутаюсь с способами. Ну ладно, в принципе, добавлю там еще. У нас 15 способов, можно 16. Там. Давайте дальше. Зарабатывать на своем хобби. Потому что я вот снимаю ролики, я еще не зарабатываю, потому что не вложил ни одной копейки. Потому что надо уметь еще. Над своем хобби. Прокачайте свое хобби, потом уже вкладывайте. И проанализируйте. И, в общем, все в одном.
Потому что там капец, вам нужно и прокачать, и бронизировать, вам нужно все. Просто вот все нужно. Поэтому прежде чем вкладывать свои деньги в хобби, создай свое хобби, проанализируй. Там, если ты YouTube снимал уже 100 роликов, только качественный, с монтажом, наверное. Я вот сейчас без монтажа, потому что мне типа того долг, можно так сказать, долг. Потому что я не снимал раньше в детстве. Теперь с опозданием, раньше я снимал что-то другое, потом как-то забанили канал, удалили канал, то, что я написал в описании. Понятно, что там фильмы, мультфильмы скачивал, чтобы понять просмотры. Халтурил. Поэтому будем чистить и работать. И даже если мало просмотров, я на это не буду смотреть. Да, наверное, вообще буду пропускать. Комментарии там, все комментарии на канале буду смотреть. Я увижу любой комментарий, кто напишет, и буду уже снимать как-то так вот, по душе. Возможно, получится. Вот, поэтому дальше шестой способ. Так, я, наверное, пропустил через доллары, да, евро, валютным курсом. Можно, можно. Вот сказал же вам. Зима, ой, забыл про летом, сори. Летом тоже можно заработать, то есть доллар падает, потому что покупают на Новый год подарки. Поэтому можете, если вы миллионер, богато, много зарабатываете там. Может, превращусь в миллионера, но в принципе, если много зарабатываете, то в принципе можете там отложить деньги, и все у вас будет там зимой доллары купить, потом их продать. Да, можно вообще-то любой 4 там зима, весна, лето, осень. Вот 4, 3, 3, 12 год, в общем, годовой период, вы можете. Фон отличный. Вот. Вы можете все, что хотите, там, покупать доллар когда угодно. Это будет дополнительно, если много зарабатываете. А если вы мало зарабатываете, то смотрите другие ролики. Это просто ролик для чайников. Разговариваю и говорю понятным языком. Если непонятно, напиши комментарий, я попытаюсь объяснить письменно и записать ролик. Фух, напомни мне про тайм-коды. Так, дальше. Шестой или седьмой вопрос. Я сбился с пути. Про хобби рассказал. Просто сейчас такая мысль, что вы можете. Вот сейчас сзади фон у меня, да, какой-то. Можете клеить обои, можете строить дом. Тоже, в принципе, халтура, но заработать можно. Инвестиции для чайников. То есть вы можете открыть свою компанию, стать предпринимателем. Там у вас будет обои, продавать обои. Скаттерд, это на, блин, дело понятно, наберете, в принципе, легче, там на стол скаттерд ложите, и, в принципе, выгодно. Ковры продавать можете, там, в количествах, у вас будет, конечно, куча, но вы предприниматели, вы уже будете шарить по этой теме, если вам эта штука, ой, предмет или что-то такое нравится, всякое, короче, можно делать, ой, сори за это, я переборщиваю, в общем, можно еще с растением там фиг назовете, если вы хобби занимаетесь, рисуете, инвестировать туда, потому что продвигать эту тему, там нужно изучить маркетолог и предметы. В общем, переходим дальше. Восьмой, наверное, способ, это у нас так, сконцентрироваться. Тинькофф банк. Да, это российская функция. Можно, может быть, в Монобанке в Украине будет тоже доступна акция, потому что Тинькофф Банк есть там и карточка, а в Монобанке есть там тоже карточка. То есть если человек в Тинькофф Банке зарегистрируется по вашей ссылке, получит деньги, и вы получите деньги, а их достаточно много людей, 8 миллиардов скоро. Вот в Украине так же самое, только меньшая сумма, но в принципе тоже какие-то копейки. Поэтому можете, если вы хотите инвестировать там свое время, деньги, то для чайников туда. Потому что это самый легкий способ, и там непонятно, там нет такого механизма, как, например, ой, предприниматель. Ну, это такой средний уровень, а самый высокий, так, навести вам пример. Блин, забыл, точно забыл, но я помню такой тяжелый уровень. В ролике разбирали, даже мы его не разобрали. То есть
Открыть свой магазин. Вот это тяжело, потому что магазин самое цикленное. Вот если вы изучали, например, физику, потому что там легче, механика, там куча правил, вот автомеханика, ой, ядерная физика, всякое такое. Это одна тема, да, может быть, пару тем. Потому что ядерная физика там 5-4 темы. А вот механика 20-12 тем. Это много, поэтому магазин тяжело. А вот если стать предпринимателем, возможно, тоже тяжело, но длинное слово это значит легче. Это такое преимущество. Не зря же в интернете такие умные люди сидят и пишут, а я такое читаю и рассказываю. Возможно, вы не заметили. Вот. В общем, переходим дальше. Девятый способ, как я понял. Там, возможно, восьмой проскочил. Давайте девятый уже. Инвестируйте. Куда же там? Вот, есть идея, но это уже говорится про категорию магазин. Снова магазин. Не уверен, что он поможет. Но, в общем, ладно. Есть идея, то есть вы видите иногда в интернете какие-то клипы. Ну там в ТикТоке можно, а может быть настоящий. Вы когда-то задумывались сделать такой же? Да, но там много затратно. Но я помню ролик, который с 0 долларов сделали клип. Там бит сам сделал, понятно, бесплатно. Там музыкальные инструменты, всякое такое создал, потому что сейчас уже музыка банится, авторские права там. Поэтому делайте сами музыку, рассказать, вот. И получается бит. Потом делают клип бесплатно, там можно там сделать клип, потом рекламу, землю в клипе твою тачку, там твой гараж, там твою местность. Я могу прям продемонстрировать вам эту штуку, если только вы напишите в комментариях, и я тогда соберусь и пойду, наверное, куда-то там, в Лондон. Наверное, как наберите много лайков, тогда, возможно, и я пойду, конечно, и сниму там клип, там попрошу бесплатно, на английском можно. Можно сейчас на нашей стране бесплатно, но там тяжело, в США там добрые люди договориться. Сейчас, конечно, коронавирус, поэтому как-то пугаются. Так, десятый способ про коронавирус. Вы можете заработать на коронавирусе, как другие миллионеры зарабатывают. Там через пропуск Украина-Россия, там у нас платится много суммы, они уже зарабатывают вместе миллионы. Наркотики, которые запрещены. Не знаю, почему не запретили переезды эти Украина-Россия, потому что они там миллионеры становятся, эти миллионеры. Вот правда, новостях говорят, потом никто не говорит правду. Поэтому используйте эту фишку, это очень главное. Вы можете заработать таким способом. Добрым. Не говорю, что продавать прямо наркотики, всякое такое. А говорю, какое-то дело. Смысл. Давайте 11 подходим. Вообще можно было не переименовать, потом тайм-коде все написать наугад. Ну как наугад, как примерно хотя бы. Может, я там не супер идеал, но в принципе есть идея, он только остается создать идеи. Значит, инвестиции. Сейчас только соберусь с мыслями. Это у нас... Помните, когда вы становитесь уже пенсионером, то мало зарабатываете. Поэтому имейте в это в виду. Инвестируйте в будущее, что потом принесет в будущем вам доход, там недвижимость, всякое такое. В общем, инвестиции в недвижимость, вот это вот не сказали еще. Это самое главное, потому что когда вы станете старым пенсионером, вам маленькая зарплата. Вы можете, конечно, зарабатывать на статьях цен. Можете попробовать цен тоже. Так, там некоторые хорошие. Может, пару копеек, ну, скажу там, 1000, 10, не знаю, примерно. И в селе там можно в городе. Поэтому, если у вас будет недвижимость, у вас будет зарплата, можете потом к старости путешествовать. Можете с раннего возраста путешествовать, потому что молодость, всякое такое. Можно к старости копить. К старости станете уже миллионером. Я помню один ролик, там работа, работа, станешь миллионером, потом уже
Если доработаешься, да, ты станешь миллионером, ты потом пойдешь в могилу, там всякое, куда-то вообще-то уйдешь. Вот. Поэтому самое главное правило это сделать так, чтобы было о чем гордиться. Если вы хотите, не хотите им заморачиваться, а просто хотите, чтобы у вас была пенсия хорошая, то работайте тогда на специальности социальная работа. Потому что будет социальная работа, может гасить армии, кстати, да, там можете помогать другим людям, то тем самым помогаете своей стране. Они сражаетесь, стреляете, там всякое такое сейчас идет. Вот так можно пойти. Публичное управление тоже, ну, социальная работа, это помощь людям. Вот я тоже хотел бы то пойти, почему бы нет. Ну, всякое такое, в общем, точка. Дальше. Наверное, хай будет 14-й способ, или 13-й, я уже запутался. Там некоторые уже рассказал, без тайм-кодов тяжело будет. Открыть свой ресторан, это как магазин, можно почитать про это. Инвестиции в свой ресторан, то есть вы можете... Это почти как предприниматель, но только своими идеями. То есть это ваша идея, и вы инвестируете в ваши идеи. Мы говорили про предпринимателя, но не говорили про инвестиции в ваши идеи. Ваши идеи не в голове. Если они вас мучают, то знак там хотя бы 2 раза, 3 раза, минимум 2 и так дальше. Чем больше, тем лучше. Это знак. Например, тачки. Вы там вам любите тачки, поэтому сразу разбираете там хонки, тачки, всякое такое. Можете делать аниме. Возможно, если вы фантазируете, у вас есть мощная мотивация, вы сможете сделать кучу анимаций. Ну, не сам, конечно, вы инвестируете в это дело. Как сейчас Наруто стал, потому что с помощью того, что он таким способом, то есть ему было скучно и нечем заняться, он днями и ночами делал, делал, делал. Поэтому, в принципе, можете такой способ использовать. Кто создал Наруто, найдите автора и проанализируйте его там ролик, посмотрите уже. Ну, в общем, как-то все, потому что как-то длинный ролик, а длинный ролик это как-то перебор. Поэтому все пути просмотра, самого Макс Риск, 15-й вопрос я вот не сделал, да? Так, давайте в конце. С вами был Макс Прайм, сори. В конце, фух. Я понял, говорил про обувь, но в принципе это одно и то же с предпринимательством. В общем, сейчас, когда кризис, что лучше делать инвесторам? Вот это будет полезно. Инвестируйте в доллары, это прям итог. В криптовалюту идите в интернет. Вы можете стать блогером, можете проинвестировать в блогинг и зарабатывать на этом, кого там нанять, там всякое такое уже предпринимателем, в общем, стать. Я не пробую эту штуку, нужно сначала вывести на волну. Точнее, реально годные ролики снимать. Я пытаюсь снять. Сейчас такой ролик. В общем, моя цель сейчас много роликов снять. Таких. А потом уже снимать с монтажом. Потом уже будут, наверное, часовые. Потому что их достаточно нормально. Немного, а нормально. И как-то так вот. Даже не знаю, что теперь делать. Тяжелый вопрос, но, в принципе, делаем, ждем будущего. Надеемся. И инвестируем доллары, биткоины, криптовалюты, инвестируем туда, туда, сюда, и недвижимость, ла-ла-ла. Пересмотрите ролик и поймете, о чем я. Всем удачи, всем пока.